Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вторая часть про Витфест. Я не знаю, насколько вам нравится формат именно такой репортажной съемки, потому что я старалась отснять для вас всех блогеров, которые там есть, и также поснимать само мероприятие, которое там было, и максимально больше показать известных лиц, потому что я знаю, что вы их любите, и вам это было бы интересно. Я понимаю, что очень долго нельзя мусорить одну тему, но я хочу выпустить еще одно видео, посвященное Витфесту, где я расскажу, что конкретно уже случилось со мной на фестивале, потому что это было в первый раз, и, ну, я до сих пор, на самом деле, в это не верю. Что бы мне вам еще хотелось рассказать, просто смотрите видео. Оу-оу, всем привет! Привет, ребята! Здрасте! Приводи его к нам, и мы можем попробовать засунуть туда голову старого и поджечь. Бедный крокодил. Как же старый? Крокодила поджигают. Нет, поджигают меня. А, хорошо, ладно, давайте так. Так, еще вопросы, ребят? Давайте, вот, вот девушка, да, с этого ряда. Ты, да. Старый, можно поджигать голову каждый раз? Что еще раз? Больно поджигать голову. Больно ли? Да, на самом деле нет, не больно. Потому что... Да не, не привык. Когда мы первый раз это делали... Ребята-профессионалы, реальные профессионалы, каскадеры, которые потратили кучу сил и времени на то, чтобы это сделать безопасно. Все остальные разы, когда это где-то засвечивалось, в каких-то льдароблогах, я делал это сам. Вазелин, да? Вазелиновый, о, да! Молодые люди приглашаем на вазелиновый фестиваль. Да, плюс 18. 18 плюс, извините. Следил, пользовался, допустим, каким-то продуктом, и тут он к тебе приходит. А какую компанию хотел бы ты увидеть? Чтобы они пришли к тебе. Кирилл, мы а хотим с тобой сотрудничать. Я сотрудничаю со Starbucks Россия. Вот, уже почти год. Друзья, давайте поаплодируем. Это замечательные отношения. Я безумный фанат Starbucks, вот и... А кто тоже импонирует Starbucks? Я там работаю. Я там работаю. Смотри, вы почти там даже связаны, там колени, можно так сказать. Да, это круто. Какой твой любимый смайлик эмоджи? Они у меня сезонные. Например, сейчас у меня падающие листья, кленовый лист и чашка кофе. Вот. Еще люблю вот эту, вот там, типа, девочка так делает руками. Это я чаще всего использую. Меня куда-то зовут, я такой... Нет, спасибо. Что бы ты хотел изменить в себе? Наверное, свое прошлое.
Вот. А, типа, на сколько лет ты назад бы вернулся и поменял бы прошлое? Хотя сейчас так задумался, если бы не мое прошлое, то тогда я не был бы сейчас таким, какой я есть. Тогда... Ну так что, не меняем, не меняем. Ребят, ну нет, это слишком сложный вопрос. Ребят, ну вам нравится творчество Кирилла Черкасова? Да. Именно творчество, ну, а не всякие там, типа, приходите туда-то, покупайте это, вот мой блокнотик, вот, а именно творчество. Вам понравился фильм? Громче, друзья, ну что же вы, давайте еще громче. Типа, отлично. Селфи. Дай телефон поднять.
Я думаю, то, что и я, и Ксюша хотим поблагодарить вас, что вы пришли на нашу панель, чтобы мы не чувствовали себя убогими и ущербными. Мы вас очень любим. Спасибо, что смотрите наши видео. Это да. Очень приятно. А теперь давайте время селфи. Вот сейчас вы разворачиваете. Мы вас любим! Давайте громче пошумим. Они вас любят, друзья. Ответьте им свои награды. Еще громче, друзья. Запускай палец вверх, друзья! Кирилл Черкасов и Ксения Хоффман! Витфест 2016! Ребята, ну что же вы? Давайте фото! Оп-оп-оп-оп! Еще! Прям, если есть видео, сможете прям панораму вот так вот взять. Ну, а мы с вами не прощаемся, и уже совсем скоро, 15:00, на этой сцене, друзья, кто знает, кто здесь будет? Друзья, здесь будет Евгений. Приходите и задавайте ему самые интересные вопросы. До встречи, увидимся. Комментарии на ютубе, вообще браво. Это YouTube Heroes, это зло. Спасибо за ответ. И давай вот вопрос к молодому человеку. Молодой человек, хороший вопрос. Да. Давай, классный. Там что-то говорят, что там типа вот эти запикивания, вот эти мамы, вот эти все такое. Понял тебя. Мы вчера говорили спасибо, да, с Келли, не помню, как у нее фамилия, начинается на букву М. Она вице-президент Ютуба, она специально с Америки приехала. Мы задавали этот вопрос, она говорит, что это ютуберы поднимают панику. Привет, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Нас слышно? Нас видно? Чувствуете запах? А, это твоя, извините. Ребята, механика очень простая. Мы зададим вам несколько вопросов, простых о фестивале. И потом мы перейдем к вопросам из зала. Ребят, ну что, давайте пошумим, встретим еще раз аплодисментами. Давайте так, с простого. Как вообще настроение, как сегодня день проходит? Есть ли какая-то суматоха или нормально все? Все хорошо? Нормально все. Мне нравится последний вариант ответа. Нормально все. У тебя? Отвечает Михаил Кшиштовский.
Все отлично, все супер, куча народа, куча классного настроения. Даже вообще, да. Ну я вообще снимал видео на бабушкину мыльницу еще когда мне было лет 12-11. Это были какие-то бредовые ролики, типа я на газоне убегаю от зомби. Монтировал я это все в Windows Movie Maker. Это трейлер такой был, да? Будущий фильм, возможно. Ну типа того, но это было прикольно. Они такие, ого, ты такой у нас талантливый. Про себя, наверное, думаю, господи, что это за тема. Вот, а потом, когда залил свой первый ролик на YouTube, я показал его родителям. Они такие, ой, так прикольно, но они относились супер несерьезно. Вот, и относились к этому несерьезно, наверное, года, ну год, может быть, так, да. Вот, а потом поддерживать, вот мама советовала. А как ты переубедил их? Вот я думаю, что многие ребята сталкиваются с такой проблемой, что вот их родители, в них там сами по не верят иногда. Ответ простой, просто начал помогать материально. Вот, все. Друзья, они такие, ой, какой наш сынок молодец. Да, покажите им кэш, вот прям принесите. Узнают ли тебя на улице? Да, очень часто узнают, фотографируются. Кстати, а мне очень нравится такая ситуация, когда люди вот такие узнали меня и потом... Смотри, смотри. Ребят, всем говорю, всем, кто здесь даже на Витфесте, если вы хотите с кем-то сфотографироваться, это сейчас будет обращено на всех, подойдите к человеку и сфотографируйтесь. Не шишукайтесь за спиной, не думайте, что он вас отвергнет или еще что-то. И самое главное, будьте открыты, если вам действительно нравится этот человек. Если вы просто узнали, там, ой, я его там что-то где-то видел, на всякий случай сфотографируюсь, нафиг. Если вы только смотрите его, тогда все будет хорошо. У тебя есть бойфренд? Давайте-ка все вместе позовем одного человека. Вот, кто там стоит? Вот, все. Так вот. Кто у нас еще здесь задавал? Видео вам понравилось, потому что я максимально старалась поснимать все, что там можно было показать, и стараюсь это быстрее выложить, чтобы тема была более актуальной и она никуда не уходила. Первую часть фестиваля вы можете посмотреть по ссылке, которую я оставила внизу. Это был день первый, и на самом деле материала настолько много, что если бы я выложила все это в один ролик, мне кажется, это бы затянулось там минут на 40. Поэтому я делаю вот такие вот разбивки. И другого выхода просто не нахожу. Поэтому совсем скоро мы встретимся с вами здесь снова. И впереди у нас еще Игромир. И это отдельное мероприятие. Я думаю, то, что вам обязательно понравится. Всегда ваша Гром Наташа. Обнимаю вас. И до скорой встречи.